Вся эта вода, она поднимается, эта сырость по обоям, все это портится. Сильно в воде мы не плавали, у нас не было по колено воды. Вот, она подошла под уровень и через фундамент. У нас первый этаж, это частный сектор. Вот, и у нас подпирает вода снизу. Особого ущерба жилью Марины Саблиной, прошедшее в прошлом месяце наводнение, не нанесло. Тем не менее, испорченные обои, дверные косяки и плинтуса все же менять нужно. И приятным дополнением к материальной помощи от администрации для Марины стала страховая выплата. Буквально за месяц до потопа женщина решила застраховать свой дом. Страховку я решила оформить не так давно, месяца два назад. И про потопы я совершенно не думала, что оно случится. Просто у меня часто сосед сверху заливает меня, у нас тут бывают прорывы канализации, в этом плане я решила застраховать свое жилье. Мне выплатили в двух частях, сама страховая компания выплатила 25 там, примерно тысяч и 10 там, с копейками выплатила администрация Краснодарского края. Такая совместная программа добровольного страхования жилья была разработана краевой администрацией в прошлом году. В Сочи обязательства по работе с населением взяла на себя компания РЕСА, которая активно работает в этом направлении уже третий месяц. Застраховать свое жилье можно на 500 тысяч и миллион рублей. Если это квартира, то при сумме в полмиллиона. В год страховка обойдется в 900 рублей. Если дом, то 1300 рублей. Страховка на миллион обойдется в 1800 и 2750 рублей соответственно. При возникновении страхового случая возмещение происходит за счет краевого бюджета. В этом плюс. 70% замещает страховая компания, в нашем случае РЕСА-гарантия, 30% бюджет. В этом случае идет оценка, и затем через фонд страхования жилья размещается эта сумма. Узнать все подробности по оформлению полиса по страховке жилья можно в офисе на улице 20-й горнострелковой дивизии 18А и по телефонам, которые вы видите на экране. Консультации по этому вопросу готовы предоставить и в Департаменте экономики администрации Сочи по телефону 266-0606, добавочный 4110. За время работы краевой программы свое жилье уже застраховали 178 человек. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.